Всем привет! А вы знаете, что коляску Lama Pinto легко можно превратить в универсальную систему для путешествий, установив на нее автокресло группы 0+, Maxi-Cosi, Cybex или Kidi при помощи специальных адаптеров? Сейчас мы покажем, как это сделать на примере кресла Cabrio Fix. Возьмите адаптеры и установите на раму коляски до щелчка. Затем установите автокресло лицом к маме до щелчка. Готово! Чтобы снять автокресло с шасси, используйте кнопки по бокам кресла в области ручки. Чтобы снять адаптер, используйте красные кнопки на раме.